Привет! Мы опять пользуемся возможностью на взятом в аренду автомобиле отъехать куда-то подальше от Риги. И сегодня я вам покажу Варну Крокс. Очень красивое место. Тут речечка сзади. И сейчас еще одна речка здесь. Здесь две реки между собой стыкуются. Идемте гулять! Еще не так поздно, не так темно, поэтому что-то сможем увидеть. Виды просто потрясающие. Доехать можно сюда только на машине. Сюда не идет никакой общественный транспорт. Даже в таких диких местах стоят домики для кошек. Практически да. Муха. Там гавкает. Я сфотографировала. Вот он, Варна Крокс. Вот они, лебеди. И ушки не такие стоячие. Чихашка. Здесь поселок таких замечательных дач и домиков, но есть и совсем такие разрушенные, заброшенные. А сколько сейчас времени? Ага. Как мне здесь нравится. Конечно, самые ценные дома это те, кто с видом на реку, на эту вот красоту. Вот это Белая гора, которая исторически она, так, сейчас почитаем, что-то она тут, в общем, появилась в 1757 году, когда Лелопа как бы куда-то тут плыла. Не знаю, что там написано. Особо охраняется, ничего нельзя делать. Как природоохраняемый объект. Сейчас мы ее увидим. Она почему-то издалека кажется больше, чем когда ты рядом. Мне кажется, ой, такой большой. В сущности, это какая-то старая дюна. Чтобы она не осыпалась, ее тут подпирают разными балками деревянными. И вот она впереди. Белая дюна. Ну вот, дюна. Кто-то приехал купаться, несмотря на то, что вода еще холодная.
Нет, ворона просто так гуляет. И собака просто так гуляет сама по себе. Ее хозяева где-то на горе сидят. Наверняка она тут развлекается. Какая красота. А там Лелуха впадает в море. Вернее, Балтийский залив. Здесь некоторые дачи уже обрушиваются, вот те, которые стоят на краю, их уже там подпирают, потому что они уже начинают потихоньку падать вниз. Наверное, со временем подмоет, и вот эти крайние дома могут уже не выдержать. Вот рисовозка прилетела, она даже здесь у воды. Рисовозки не везде. Это маленький еще щеночек гуляет тут сам по себе. Но хозяин есть наверняка где-то. Вид сверху. На горе вот она, белая дюна, на самом верху. Сейчас с нее будет видно очень красиво реку. Как здесь волшебно. Кто может из Риги, приезжайте погулять. Сосны здесь невысокие, коротенькие, наверху сложно расти. И многие деревья вывернуты с корнем, очевидно, когда были сильные ветра. И вот сверху она кажется очень высокой на самом деле. Невозможно так сфотографировать, чтобы передать все это, весь этот объем. И отсюда видно хорошо, устье Лелуха, в море видно. Попробую приблизиться. Вон оно, море. Даже виден какой-то корабль. Такое вот необыкновенное место на реке Лелупа. Уже вечереет, но здесь можно находиться бесконечно, потому что ощущение какого-то единения с природой, причем с какой-то древней природой, потому что эта белая дюна, она очень старая, древняя, невероятно красиво. Здесь иногда продают дачи, редко, потому что никто не хочет расставаться со своим имуществом в таком месте, но бывает, что все-таки продают.
вдоль вот реки, так что можно здесь даже поселиться. Но правда, что здесь делать зимой, скажем? Эти три короткие месяца лета, и все. Увы, сейчас по этой дорожке вниз с горы, обратно к машине. И не знаю, удастся ли еще сегодня куда-то съездить, но и одного этого хватает, чтобы получить массу наслаждения. Надеюсь, вам тоже было интересно. Пока! Я думаю, будут новые поездки, новые встречи в разных интересных местах. Вот пример одного домика, который продается.